Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Конор 2001, и это седьмой выпуск про мой город в в Майнкрафте, да, друзья, в общем. Я вернулся, в общем, у меня на канале 861 подписчик, и в честь этого я выпускаю новый выпуск. Ну и, конечно же, я сменил оформление на канале, шапку сменил и аватарку. В общем, наверняка вы видели, наверное. И в честь того, что у меня 861 подписчик на канале, я построил одно обновление для вас. И это дискотека «Танцуют все». Да, в общем, вот такая дискотека у нас. И что же, друзья, давайте посмотрим на нее. Здесь у нас такая атмосфера, здесь у нас касса, где можно купить билет. То есть, типа, мы хотим потанцевать, мы хотим потанцевать, и вот вам билетики. То есть, мы, типа, сидим, ждем. Дальше вот, спускаемся вниз, это самое святое в дискотеке. Это такой танцпол, такой вот красивый. Ну и здесь, типа, как бы выступают различные... знаменитости, типа B2, сплин, джаз, B2, любые. Хотя Виктор Цой уже давно покинул наш мир. Группа кино, естественно. Ну, различные. Хотя в СССР были. Хотя в СССР и были дискотеки уж. Ну, в общем, дискотеки были из-за того, что появилась музыка 70-х, 80-х и 90-х, но про 90-е я все-таки решил газануть. Хотя, несмотря на то, что СССР распался в 91-м году, но зато крутая музыка оставалась, ретровая. То есть ретро-музыка, и, типа, не было, типа, такой фигни, типа, попса, типа, фейс. Современная музыка, все такое. Ну, наверняка вы меня поняли, в общем, вкратце и в целом. И, в общем, друзья, пора объявить итоги. И вот, друзья, вот оно, новое оформление канала. В общем, вы видите, у нас новую шапку канала в стиле Майнкрафт и аватарку, естественно, в общем. И то самое число. 861 подписчик. Не знаю, как это, но это реально факт, друзья. В общем, я был в деревне, вообще было на канале 857 подписчиков. Приезжаю в город, и уже 861 подписчик. Не знаю, друзья, но похоже, вы уже начинаете стараться в этом деле, в общем. В общем, продолжайте в том же духе, подписываться на мой каналчик, нажимать... ставить мне лайки, писать мне комментарии. Ну и, конечно же, хочется писать мне идеи, что я построю в городе в Майнкрафте и в СССР в Майнкрафте. Ну и добавлю вам напоследок. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск про СССР в Майнкрафте, про Виакроновск в Майнкрафте и другие видео по другим тематикам. Ну, большая часть моих видео на канале за эти первые два месяца, то есть декабрь 2019 и январь и февраль, это уже город в Майнкрафте. В общем, я стараюсь, друзья, для вас. Стараюсь для того, чтобы поднять актив на канале. Ну, в общем, у нас вот такие вот... Вот такое было событие, в общем. Ну и, в общем, вот это. Ну и на этом у меня за сегодня все. В общем, спасибо за просмотр. Всем пока!